Ребята, всем привет! Перед просмотром видео попрошу, пожалуйста, подпишитесь на канал. Я посмотрел статистику. По статистике 80% меня смотрят неподписанных. Вот. Так что с вас подписочка, лайк. Вам не тяжело, а мне будет приятно. И это будет сподвигать меня к новому контенту. Всем спасибо и приятного просмотра. Итак, всем привет! Очередное видео про кубик в офисе. Как видите, прошли небольшие изменения в плане помещения сюда растений. Взял один анубиас из большого аквариума. Вот эти растения уже были, вы видели. Вот одна буцефаландра, вторая колокуян, а вот это вот, не знаю название. Вот. И Silver Powder, это пришло из 5-литрового кубика. 5-литровый кубик я начал разбирать еще вчера. Отсюда переехали 4 креветочки. Вот. И растения. Взял даже мох. Мох потом прикреплю чуть-чуть попозже. Все это выглядит вот так вот. Пока что так. Парящий камень. Что вчера я сделал? Значит, добавил вчера вот такой вот акваеровский кристалл, чтобы убрать муть. Муть реально ушла, вода стала кристальная. Вчера взвесь, там все это, металлы там и все там, всякие соединения связывало. Как пушок был такой. Везде поседал. Сегодня уже все отлично. Вот, потом добавил я сюда витаминный комплекс. Тоже Ермолаева акваеровский. Специально для растений, для креветок, для всех, чтобы переносили все нормально. И витамины были в воде. В общем, короче, полезная штука. Вот, и немножко добавил калия. Там буквально 2 миллилитра. Все, вот пока все. Это, кстати, да, это 10%. 10% это освещение. Вот 100. Вот так на 100%. Стекло еще не вытер. Вот, все как-то вот так. Что, значит, я планирую делать? Хотел я клеить на камни все это, но передумал внезапно. Я думаю, что возьму вот эту лаву, эти все кусочки, я их просто утоплю в грунт. Вот, и просто будет видно буцефаландры. Потому что толщина грунта, ну, позволяет это сделать. Анубиас так и останется на заднем плане. В общем, все будет по-простому. А там дальше покажет время. Может, буду делать какие-то изменения. 100% буду. Вот. Сегодня, если попаду на рынок, возможно, будут еще креветки и, может быть, какие-то рыбки. Какие, еще не знаю. Надо же какие-то мелкие сюда рыбки, которые не будут расти. Ну, даже пока не знаю. Опять склоняюсь к стайке тетр у Владимира взять. Посмотрю. В общем, сегодня посмотрю. Главное попасть на рынок. Вот. Всем спасибо за внимание. Хорошего настроения, хороших выходных. Пока-пока.